Всем привет! Это телепроект под названием «Ты суперстар». Проект про тех, кто ведет активный образ жизни, даже выйдя на заслуженный отдых. Героиня сегодняшней серии воплотила свою мечту тогда, когда у многих мечты уже просто-напросто заканчиваются. Как это у нее получилось и кто такая Валентина Соловьева, об этом расскажем прямо сейчас. Друзья, хочу представить вам человека, вообще можно сказать словами товарища Сахова, спортсменка, комсомолка и просто красивая женщина Валентина Григорьевна Соловьева. Здравствуйте. Здравствуйте. Валентина Соловьева, 70 лет. Цунами, торнадо, тигрица. Так ее называют друзья и близкие. Перед ее энергией пасуют даже юные и напористые. Она рождена для танцев, как пловец для воды. Вот так отозвался о ней известный хореограф. Валентина стоит в планке и жмет вес на ежедневных двухчасовых тренировках. Ее растяжки завидуют ученицы балетной школы. И это при том, что танцами она занялась только выйдя на заслуженный отдых. У Валентины есть последователи, взрослые женщины, жизни которых разделены на до и после встречи с Валентиной. Даже дочь признается, за матерью ей не угнаться, как бы она ни старалась. Расскажите, пожалуйста, как вы попали в танцы? Ну, сначала, наверное, это случилось с моей дочкой. Она в 5 лет, я ее отдала так. В танцы, в бальные. Угу. Она 5 лет прозанималась. Я была послушным ребенком, поэтому я ходила везде, куда меня отводила мама. Занималась я 5 лет. Потом начались сложности с партнером. Я бросила. Ну и тут уже захотела заниматься мама. Это было еще тогда, в советские времена. Мой руководитель, который вот, тренер мой, он основал, ну тоже так скажем, клуб для родителей. Тех детей, кто у него занимается. Ну, потом прошел очень большой период, когда никаких танцев не было. Потом был у меня самол, работа, опять работа, работа и работа. Но у меня всегда вот это желание научиться танцевать, причем научиться правильно танцевать, оно всегда было. Раз, два, три. И раз, стоп. Стоим. Валентина – это тот локомотив, который может зарядить всех своей энергией, может сподвигнуть, может организовать группу. Все на нее смотрят, все за ней тянутся, в том числе и мы, педагоги, потому что нам же тоже бывает лень, тяжело, мы устаем и так далее. Но когда я прихожу, вижу восторженные глаза Валентины, я собираюсь и вперед полным ходом делаю. Готовы? Встали на носочки и по одной ноге. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Отходим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Пятки в пол. Хорошо. Первая позиция. О, да. Поехали в плие. И раз, два, три, четыре. Еще раз. Раз, два. Дальше усложняем. Смотрите. На правую ногу. Мы познакомились на банкете на одном, потому что он был посвящен некоторой дате, где она еще и танцевала. Там были танцы. Раньше мы танцевали очень много. И что самое интересное, она перетанцовывала всех. И я это заметила. Я говорю, Валентина Григорьевна, а почему вы не танцуете? Вам нужно танцевать. А так это вы, получается, ее направили? Да. Я ей сказала, надо танцевать. А я говорю, а вы попробуйте, вот сейчас будут танцы. Вот там один мужчина претендует на первое место. Я думаю, вы его перетанцуете по времени даже. И вы знаете, она перетанцевала. Она всегда с таким упоением танцевала. Любые танцы. Фокстрот, танго, вальсы. Я говорю, почему вы не танцуете? Еще раз задаю ей этот вопрос.
Я не знаю, может быть, у нее все-таки в подсознании была эта мысль. То ли я ее направила, то ли она сама себя направила. Но она сделала верный выбор. День. Здравствуйте. Вау. Прошу. Какая вы красивая. Ну что, пойдемте. Итак, мы находимся в Святая Святых, то есть у вас дома. Расскажите вот про платье, в котором вы нас встретили. Что это за платье? Ну, это платье, оно было приготовлено, пошито, вернее, для нашего такого знакового клубного вечера. И вот я сейчас хочу показать тоже такое одно из первых платьев. Вот это, они тяжелые. Да? Да? Ну, я могу подержать. Нет, просто чтобы вы ощутили, что это на себе приходится держать, на себе. Вот, это вот, значит, платье два в одном. Так, убираем это. Это вот платье для латины, так? Для латины. Вот все в камнях. Сверху одевается юбка, юбка. И уже ты можешь танцевать стандарт, что я и делала. Хорошо. Одно платье тоже. Оно шилось специально для танца, который называется румба. Вот, потому что у меня все были в основном темные тона. Мне вот так же портниха моя и говорит, ну что-то надо поцветнее. Я вначале сомневалась, а потом вот решила, что может быть и правда. И получилось довольно-таки, ну, красивое платье. И когда человек работает, он не всегда может реализовать свои устремления, свои какие-то наработки. А вот когда ты на пенсии, когда ты можешь абстрагироваться от производства, сам Бог велел тебе наверстать что-то, заняться тем, что ты любил, но времени не было на это. Ну, такой вот мини-станок я решила сделать. Вначале появилось зеркало, там надо было... У меня еще тут была скамья гимнастическая, но она занимает много места, я без нее могу делать эти упражнения. А станок, да, потому что, опять же, осанка, да, вот формировать растяжки и прочее. Вот, вот такой вот маленький станок сделали. Мы опора друг для дружки. Конечно, она более надежная, чем я. Пытаюсь всегда ее остановить в плане нагрузок, чтобы, ну, поберечь ее. Мне кажется, что иногда необходимо немного передохнуть ей. Валентина мой давний друг детства, поэтому, когда она начала танцевать много лет назад, у меня тоже было великое желание, но не складывались обстоятельства, поэтому получилось, что около двух лет мы занимаемся. Она очень человек по жизни, да, мотиватор, она целеустремленный, она настолько вселяет просто желание изменить жизнь. И вот я сейчас свою жизнь делю до и после. А я считаю, что у нее получится, потому что там есть еще глаза. Глаза, которые выдают все. И потому, когда мы с ней разговариваем, встречаемся, она когда смотрит на меня,
я вижу, она живет танцем. Понимаете, вот в ней что-то происходит там внутри. Ну, если на нее посмотреть, даже как она ходит, как она встречается, как она общается с людьми, ну, в этом есть. В этом есть танец. Ну, это вот я так говорю. Танец, в котором она рождается, он в нее входит, проникает. Она, в общем, по существу, ну, как человек, который в воде родился, он живет с водой, как говорится в целом. Он не может без воды. Я знаю, что людей, которые не могут без воды существовать, они пловцы, они всегда дышат, и до самой старости, и все прочее. И это не обязательно заниматься танцем в 8 лет, в 9 или, извините, в 40-50 лет. Видали, как она танцует, как легко и изящно двигается, и с каким нескрываемым уважением смотрели на героиню этой серии Валентину Соловьеву «Молоденькие танцовщицы». Что ж, друзья, если знаете подобных веселых и жизнерадостных, а самое главное, активных людей, звоните нам и пишите. Ну, а на сегодня все. До свидания.